Ассаламу алейкум, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Нонио Чаги. Дорогие, уважаемые подписчики, как вы уже все знаете, меня не было в YouTube почти 3 недели. Мы с Камроном уезжали домой на 2 недели. У младшего брата Камрон была свадьба, он поженился. Слава Аллаху, свадьба успешно прошла, и мы уже вернулись. Мы уезжали с пересадкой Москва-Оренбург, вот, потом в Душанбе. И возвращение то же самое, с посадкой было Душанбе-Казан и потом в Москву. Слава Аллаху, успешно добрались. Вот сидим с Камроном. Правда, мне очень сильно в самолете подташнивало, но все уже хорошо прошло. Немножко поснимала для вас. Высоко сижу, далеко гляжу. Так как я сама очень была занята и не смогла вот поснимать, и поэтому попросила племянника Мрона, чтобы он поснимал. Вот. У меня очень сильно как бы приболело горло из-за того, что очень жарко у нас, погода 40-43, и я эти 2 недели только пила холодные напитки прямо из холодильника, много очень, вот, и поэтому заболела. До сих пор у меня вот горло болит, и поэтому прошу прощения, у меня голос немножко обхаркивает. Вот. Дорогие уважаемые подписчики, всем желаю приятного просмотра. И далее я что к чему объясню. Здесь дядя Камрон готовит пловчик, плов на костре. Очень-очень вкусно получилось. Плов для женщины. Женщинам угощение сделали дома. Вот, а мужчинам в ресторане. Все равно плов на костре очень вкусно получается, несмотря кто готовит. Но я скажу вам честно, женщины столько вот не старались, все равно вкуснее мужчины не могут готовить. Вот плов, именно плов я имею в виду. Не знаю почему, мужчина готовит очень вкусно плов. Вот, кипит и кипит. Дорогие уважаемые подписчики, всем желаю приятного просмотра. Спасибо за просмотр. Далее поэтапно объясню, что к чему. Правда, меня очень обидели сильно. Одна родственница Камрона, невоспитанная, очень невоспитанная, без ничего обидела. Главное, что она на 6 лет младше меня. Ну, не будем о грустном. Я тоже жестко ответила ей. Все уже позади. Уже закидали рис. Осталось тушить. Тушится. И пловчик будет готово. Всех приглашаю на плов, дорогие подписчики. Уже подают плов женщинам. Очень вкусно получилось. А этот плов мужчинам, как я уже сказала, мужчинам угощение было в ресторане. Нанимали повара. Этот плов для мужчин. Здесь режут мясо и подают плов мужчинам.
Вот. А женщинам дома И вот вот такие все дастарханы выпечки, накрывали салаты, на что четыре есть на комнаты. Дастархане, все вот приготовили родственники и привезли. Мы сами ничего не готовили. Здесь собираем подарки невесте. Здесь сшитое платье. Моя подруга Наргиз сшила. Спасибо, дорогая. Здесь большие лепешки. Вот, мама привезла. Вот. И здесь кульчашки. Старшая невеста в тандуре готовила. Тандырные кульчашки очень вкусно. Здесь я украсила яйца с пасхальными такими вещичками. Вот, в этой коробочке я собирала сладости. И вот разные шоколадки там сладости. Вот, это просто подарок. А так в приданую моя свекровка отдала денег, так как со стороны невесты сказали, что они сами все будут покупать. Вот. И корзиночку я сама собирала, парфюмерные. Старшая невеста купила, и я собирала вот такой красивый парфюмер. А здесь уже вот сладости уже собирала в подносе. Правда, еще должна была быть фрукты, но я не поснимала. Вот, не успела. В общем-то, вот так. Здесь кондитерские сладости, то есть ни печенье, ни домашние. Собирала корзиночку парфюмерную, видите, там разные цветочки прилипающие. Я сама прилепила там, чтобы красивая была. Здесь надували шары, чтобы украсить подъезды и сделать рамочки. Здесь уже за невесты все идем и делают добрые дуа, чтобы был счастливый путь, чтобы возвращались живыми, здоровыми, и чтобы у них все было хорошо. То есть добрые дуа на дороге. Пришли за невесты. Вот наша невеста, прямо дюймовочка. Дорогу я не поснимала, чтобы видео подлиннее не вышло. Вот. Невесту привезли. Все хорошо уже, успешно добрались. От нас до невесты дорога была час. Теперь музыка играет. Здесь уже поздравляют, стихи читают, добрые дуа делают им и подарки. Наступила ночь, и у молодожен уже постель готов, и вот Камрон с дядей издеваются над ним. Он сам тоже хлопает. По обычаю у нас молодожены первую, вторую ночь на полу должны спать, то есть на новом матрасе, который невеста сама привезла. Наступило утро, второй день свадьбы. Вот, невеста должна приветствовать всю семью, то есть сначала маму, свекровку, потом остальных. Это моя мама.
Здесь опять же вот кто хочет, стихи читает невесте и хорошие слова говорит. Вот моя свекровка радостная, радуется. У Камруна нет отца. 4 года назад по причине болезни его не стало. Да благословит Аллах его душу, да пребудет его душа в раю. Аминь. Здесь Камрун танцует с тетей. Она жена дяди Камруна. Очень хорошая женщина. Вот. Камрун радуется, все радуются. Здесь уже 5-й день свадьбы. Вышли на прогулку. Вот наша Димовочка невеста. Вот племянник Фарзот. Камрон, я. Вот там мама свекровка. Дорогие уважаемые подписчики, всем спасибо за просмотр, за дружбу, за доброту. Уверена, что понравится всем это видео. И что непонятно будет, напишите в комментарии, обязательно отвечу. Всем мира и добра!